Приветствую всех зрителей! С вами Мэрил Дэн, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием «Ванахара и Великое Синее Море». И прошлую серию мы закончили на весьма шокирующем моменте. Мы узнали, что Самикичи нас никогда не предавал, а предатель на самом деле был Сал. И сейчас этот говнюк хочет что-то начать. И начать он хочет что-то очень нехорошее. Господи, все небо оно красное. А из моря торчат руки и глазки. Йоко Лэмэне, что творится-то? И вот, все возвращается. Что? Что возвращается? Как не жаль. На этот раз полная луна тебе не союзник. Почему? Как? Малышка Вада, ты так ничего не поняла, да? Ваданахара, взгляни на свою руку. А? Кольцо! Это... чертово кольцо! Так это из-за него все случилось? Кольцо! Да, все верно. С помощью твоей магии уничтожить барьер было легче легкого. Так вот почему так быстро разрушился. Не может быть! Тогда то странное чувство? Да, это все из-за кольца, что я дал тебе. Вот ублюдок, вот же ж мразь. Кстати, как думаешь, кто начал колесо досадцу? Я! Манипулировать ими оказалось просто на безобразие. А также, как думаешь, кто травил море? Ты уже знаешь правильный ответ. Ну да, на 7 бед один ответ. Это все подстроил он! Нельзя было допустить, чтобы кто-то, обладающий хорошей интуицией, мешался. Особенно Тацумия. Ну, короче говоря, я стою за всем этим. Да ты, должно быть, шутишь! Шутит? А мне кажется, он говорит довольно серьезно. Быть не может. Судя по всему, еще как может. Ой, да расслабьтесь. Кольцо меня больше не интересует. Сал, почему? Почему ты сделал все это? О, все еще вспоминаешь. Тогда, как насчет этого? Насчет чего? Что? Вы гляньте, он свой облик поменял. Акула. Та самая акула, которую мы видели наверху замка. Ну, теперь ты помнишь? Да, все это было. Луна потекла. Ради принцессы Микоцу. Что? Нас огромные ручища сжали. Это что, конец? Мы все померли? И голова, но началась. И вот только послушайте эту мелодию. Она звучит все медленнее и медленней. Ой, опять помехи. Опять наштырило. Теперь я вспомнила. Самикичи и Вада. Похоже, это тот самый флешбэк. Ну, я вернусь сегодня ночью.
Хорошо, береги себя. Тот самый флешбэк из юности. Самикичи ушел. Самикичи ушел на день. И после этого... пришел Сал. Водонахара! А? Сал, что такое? Это ужасно! Священный меч был украден! Что? Тацумия сказала мне, чтобы я прямо сейчас отправлялся за тобой. Она ушла в Старое море вперед меня. Нам нужно спешить. Хорошо. Это ты его украл. Ты украл тот чертов меч. Мы отправились в Старое море вместе. И что же случилось? Ну, я не могу войти. Тацумия должна быть внутри. Хорошо, поняла. Зачем ты открыла ему дверь? Тацумия же сказала тебе этого не делать. Тацумия, прости, что опоздала. Меч и правда украли. Почему? Тацумия? Ты где? Её тут нет. А? Сал? Почему? Ты не можешь его... Потому что я солгал. Тварь. Просто тварь. Эх, Вада-Вада, легко же он тебя одурачил. Да, ты предатель, о котором говорил Тацумия. Именно ты. Воу, а где это мы оказались? Что это за темное место? Очнулась. Вада, как ты? Водонахара! Ребята, что происходит? Где мы оказались? Где этот чертов Сал? И что нам вообще делать? Где мы? Я не знаю. Мы просто оказались здесь. Похоже, нас утащили сюда те самые большие руки. Вот только кому принадлежали те руки? Это пока что под вопросом. Ну что, мы очухались? Самикичи? Самикичи, ты почему-то молчишь? Почему ты с вами разговариваешь? Как же ж так-то? Ты в порядке? В сомнительном порядке. Что это за место? Здесь так страшно. Ладно. Что же нам делать? Как отсюда выбраться? Не нравится мне все это. Да кому-то вообще нравится? Мы в море смерти. Выбраться отсюда будет непросто. Эй, он наконец-то заговорил. Ты за все время не сказал ни слова. Не просто. Но выбраться отсюда все-таки можно. Это хорошо. Что все это значит? Что имел в виду Сал? О чем ты не мог нам сказать? Так ты не предатель. Фуками! Я расскажу вам, потому что я вспомнила. Мои воспоминания сейчас мутноваты, но... Самикичи не предавал меня! Он спас меня! И каким же образом? Священный меч пропал день, когда я была Салом.
Сломанул меня и украл меч. Поэтому Сайкичи не предатель, и он не связан с морем смерти. Это хорошо. Самикич хороший парень. Да, Сал говорил об этом. Посол моря смерти. Что все это значит? Наше море запечатало ту, другую принцессу и ее море. Мы называем это море морем смерти. Та самая вторая принцесса. Заклятие моего отца удерживало море смерти долгие-долгие годы. Но было сказано, что когда-нибудь их желание исполнится, и однажды появится посол смерти. Они искали много лет, но безуспешно. А все это время им был... Что он хочет сделать? Скорее всего, возродить море смерти. Как это возможно? Его же запечатал великий волшебник. Да, но волшебная жемчужина была уничтожена. Она была очень важна. Она сдерживала силу моря смерти и защищала нас. Сейчас баланс между морями нарушен. И это еще не все. Кроме Сала есть... Что еще есть? Что? Что же мы должны сделать? Что случится, если море смерти вернется? Еще не все потеряно, да? Мы что-нибудь придумаем, да? Я буду надеяться на это. Не хотелось бы такую концовку. Другая принцесса запечатана вместе с морем смерти. Принцесса Микоцу. Ее мощь ужасает. Чтобы запечатать ее и покончить с морем смерти, отец отдал свою жизнь. Постойте, постойте. Это значит, что и нам нужно дать свою жизнь. Вы на это намекаете? Но у нас нет второго великого волшебника. Я его дочь, но мне не хватит сил, чтобы заколдовать море смерти. Не может быть. Что же делать-то? Как же ж нам быть? Если бы я только не дала себя дурачить, все бы было бы хорошо. Вода, твоя голова все еще болит? Да, есть еще что-то, чего я не могу вспомнить. Что-то еще значит? Достаточно, Донахара. Я уверен, ты вспомнишь. Да. Что именно мы вспомним? Самикичи, ты явно это знаешь. Эй, почему ты забыла об этом? Он заколдовал ее. Нет, правильнее будет сказать проклял. Проклятие стерло. Ее вспоминание это мне. Если бы она узнала правду... Проклятие сожрало бы ее изнутри. Вот в чем заключается его хитрость. Вот почему я был вынужден молчать. Эва, ну как? Этот Сал хитер. Но проклятие ослабло из-за использования мощного заклинания. И память Ванахары вернулась к ней. Я не помнила столь важным все это время. Ты была под действием проклятия. Естественно, ты не могла вспомнить. Да, ты прав. Мы... Самикичи не сделал ничего плохого. Мы были так грубы с ним. Да уж, да уж. Прости, Самикичи, хоть я и знаю, что ты не сможешь простить нас. Извини. Какая милая минута раскаяния. Нафуками, ты за что-то молчишь? Не хочешь извиниться? Самикичи.
Я не совсем все понял, но извини. Ребята! Эх, ну хотя бы помирились, уже хорошо. Я даже не думал о чем-то подобном. Не знаю, что и сказать. Хм. Что? Он его ударил! Фукаши, ты что творишь? Ха! За что? Просто так. Браво, браво, Фуками! Просто так. А? Ну а сейчас? Что вообще происходит? Почему не решили подраться? Так, а что сейчас? Как мы выберемся отсюда? А мы сможем это сделать? А? Да, ты вроде что-то говорил. Насчет будет трудно выбраться. Говорил. Он использовал магию Луны. Я не знаю как, но она сводит почти все на нет. А? И что же нам теперь делать? О. Вада? Что она там увидела? Похоже, ничего. Ложная тревога. Красная луна. Да-да-да. О? Как ты это сделала? Фига себе магия! Что? Выход? У нас появился выход? Этот свет! Свет в конце туннеля. Все в порядке. Тропа не исчезнет. Ребята, пойдемте. Лады. Да. Так точно. И ты тоже, Самикичи. Самикичи к нам присоединяется? Хорошо. Теперь вы можете использовать Самикичи. Вы можете управлять им в битве через мини-магию Нахары. Офигеть! Думаю, стоит сохраниться по такому поводу. Ну что ж, шагай на белый свет. А эта тропа не такая уж и радужная, как я думала. Что это, ваша мать? Господи, господи. Ну нафиг. Мне это место совсем не нравится. Что это за нарыв такой? Глазки, глазки, глазки. Все чертовы глазки. Вы посмотрите на это, вы посмотрите на этот огромный черный глаз. Эта игра превратилась в хоррор. Да, так оно и случилось. Нужно действовать быстро. Боже мой. Везде эти страшные глазища. Это меня нервирует. А глазиков все больше и больше. Какая мерзость. Какая мерзость случилась с этим морем. Воу. Где мы оказались? Куда нам идти? Ага, вот и выход. И темнота меня совсем не радует. В темноте можно встретить что угодно. Все что угодно. Так, 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 так. Выход, выход, выход. Валим, 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 валим. Ох, это местечко было жутким. Я вижу море. О, ты права. Отлично, поторопимся. Яркий свет. И мы уже на поверхности. Надо же, мы вернулись. Мы вернулись.
Да, но реальность не такая веселая. Луна все еще кроваво-красная. Нехорошо, это нехорошо. О, мы спустились. Метись море синее. Возможно, все не так уж плохо. Может быть, еще не все потеряно. Солнце не видно. Он, должно быть, направился в Старое море. Да! Это море такое странное. Ага. Вот мы в Старом море. И вот теперь оно мне еще больше не нравится. Оно же теперь еще жутче. Нужно действовать осторожно. Идем спокойно. Никому не мешаем. И ищем этого сала. Куда ж ты подевался, акуленыш? Сбежать от нас решил. Подонок. Давненько проходили эту миссию. Ай-яй-яй, куда же мы зашли? Похоже, мы на верном пути. Хотя я могу ошибаться. Ладно, просто идем вперед. Просто идем вперед. Это куда-то мы зашли? Черт возьми. Это место совсем, совсем не радужное. Оно еще хуже Старого моря. Видать, это и есть море смерти. О, как тут темно. Свет бы хоть включили. А то страшно ходить. Ночью по таким улицам. Ага, экран медленно потемнел, и мы видим сало. Эй, Унахара, ты выбралась ужасно быстро. Ха? Он нас нагнал. Меньшего я от вас и не ожидал. И что же дальше? Мы так и будем молчать? Ну, Вада, ты что, язык проглотила? Пошли его нахер за такие поступки! В чем дело, Нахара? Действительно... Вада? А? Вада Нахара... Неужели ты... Опять приход! Он нас еще не оставил. Ты боишься меня? Да, она боится. Снова чёртовы помехи, и мы вновь во флешбеке. Тасумия, прости, я опоздала. Меч и правда украли? Почему? Тасумия? Где ты? Ее здесь нет. А? Ага. Сал? Почему? Ты же не можешь... Все просто. Я солгал. Ой-ой! Ой-ой! А? Сал? Да, это я. Что происходит? У меня такой же вопрос. Почему Сал выглядит как... Самикичи? Эй, Варнахара! А? Что ты делаешь? Что ты творишь? Почему заиграла такая мелодия?
Сол, ты не можешь туда войти? Да, я знаю. И плюс, как ты смог? Ха, разве это так важно? А? Эй, вот она, Хара. Я тебе нравлюсь? После всего случившегося, ты мне очень не нравишься. Конечно. О, правда? Я так рад. Я тоже люблю тебя, Ванахара. Любишь? Йоу, тут замешан любовный треугольник. Что? Сол? Эй, Ванахара, как думаешь, это море такое, каким должно быть? Что? Море? Почему? Я так не думаю. Этот мир — ошибка. А? Эй, Нахара, я тебе нравлюсь, да? И раз так, ты ведь поможешь мне, да? Сол, о чем ты говоришь? Эй, Сол, отпусти! Мне больно! Ты не понимаешь? Серьезно? Ванахара. Нет, прекрати! Черт возьми, те же самые фразы из воспоминаний. Ванахара. Остановись! О, мы его ударили. Сал, я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Давай, ну же, что не так? Что-то случилось? И этот тублик... Ясно, ясно. Все верно, да. Ты не поймешь, если я просто расскажу тебе. Сал. Все в порядке. Я сделаю так, чтобы ты поняла. Все в порядке. Все в полном порядке. Ты просто еще не понимаешь. Что? Подойди ко мне, Ванахара. Я помогу тебе пробудиться. Пробудиться? Ты о чем вообще говоришь? Я должна бежать! Хорошая мысль. Ха-ха-ха-ха. Ванахара. Йо-йо-йо-йо, побежали! Господи, опять побегушки, на этот раз! Враг у нас более серьезный! Бежим! Бегаем за чертой пещеры! Он не отстает! Господи, убегаем, но... Фух, мы, похоже, убежали. Сал, что ты делаешь? О! Что? Он ее догнал? Как так вышло? Ванахара. Мы что, без сознания? Сол? Что? Что он вашего делает? Почему это он такой повалил? Вы же не намекаете, что он... Он... изнасиловал ее? Если это правда, то понятно, почему Вада его боится. О, но я собираюсь быть куда более отвратительным. Эй, понимаешь? Я-то понимаю. Это еще хуже, чем я думала. Нет, остановись. Нет, я не хочу останавливаться. Эй, тут должна быть какая-то ошибка. Сол. Ты бы такого не сделал, правда? Нет, все именно так. Не может быть! Почему? Почему ты... Я держал это в секрете, но, как видишь, я посол моря смерти. Прости, что скрывал это. Я понимаю, тобой манипулирует море смерти. Это так? Да? Нет,
Никто мной не манипулирует. Это и есть настоящий я. Я... Как долго? Когда все это началось? Очень, очень давно. Настало время положить конец этому морю. Я сделал его таким, каким оно должно было быть. Эй, ты поняла? Что происходит? Неужели не сейчас? На наших глазах он ее изнасилует! Это что-то уже ни в какие ворота не лезет! Эта игра была такой милой! И что случилось? Почему все стало так плохо? Я хотел, чтобы ты открыла барьер быстро. Но я сомневаюсь, что ты так просто скажешь мне «да». Нет! Я могу делать все, что захочу, если ты мне поможешь. Нет, нет, прекрати, отпусти! Плохая девочка, не слушаешься меня? Нет, нет, прекрати, остановись, помогите! 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 Самикичи! Самикичи! Что? Музыка остановилась. Он что, так дорог тебе? Так она все-таки любит Самикичи. О, ясно. Значит, ты предпочитаешь его мне, не так ли? Сол? Что? Похоже, дело становится все хуже и хуже. Я должен был убить его раньше. Я совершил большую ошибку, пожалев свою вторую половинку. Вторую половинку? Господи, да ты псих. Да, я должен был убить его. Убить его. Убить. Он всего лишь помеха. Помеха на моем пути. 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 На пути. Он ничто. Ничто в сравнении со мной. Лишь жалкая помеха. Я должен был убить его. Убить. Убить, 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 убить. Я убью его. Убью его. Эй. Черт, текст стал красным. Если я убью его, будешь ли ты грустить? Что? Ах да, будешь. Ах, ну... Эта улыбочка мне совсем не нравится. Да-да, когда все закончится, я убью его первым. Нет, не делай этого! Я уже не передумаю. Сол, почему ты так себя ведешь? Ты был таким добрым. Я не хочу этого. Нет, нет. Это и есть настоящий я. Все остальное было лишь шоу. Обмануешь самого себя, чтобы обдурить всех. Забавно. Никто даже не догадался. Не то чтобы я хотел этого, но... О да. Одурачить эту принцессу было проще простого. Все верили тебе? Да, именно так. Я им ох так признателен. Благодаря им я смог зайти так далеко. Ты отвратителен. О, что ж,
Я собираюсь быть еще более отвратительным. Не волнуйся, тебе не будет больно. Твою мать, твою мать, твою мать! Он все-таки это сделает. Ну, если ты не хочешь, чтобы было больно, ты должна быть послушной, ладно? Нет, я не хочу этого. Но этого хочу я. Ты знаешь, я так люблю, 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 люблю видеть это лицо. Как же мне теперь остановиться? Нет, не надо, не... Помогите! Не кричи, никто не придет. Отпусти ее, ублюдок! Самикичи пришел! Боже! Самикичи! Ой-ой. Он-то намерен его убить. Я никогда не доверял тебе, но... Я никогда не думал, что ты с ними. Ха, меня раскрыли. Вот почему я тебя ненавижу. Сейчас будет драка? В любом случае... Что? Что он сделал с водой? Он придушил ее. Ванахара! Пройдя весь этот путь, я не позволю такому, как ты, помешать мне. Почему ты... Отпустила Нахару! О, хочешь, чтобы я отпустил ее? Что? Он что здесь сделал? Вода Нахара! Ну а что будет дальше, мы узнаем в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра. До свидания.